Илюх, мистер сказал о том, что команда строится, и, в принципе, этот сезон главный наш результат, главное наше достижение – это опыт, который молодые футболисты вроде тебя получили в этом сезоне. Ты согласен с этим или какое-то еще дополнительное есть плюс? Да, это соглашусь с мистером. Это большой опыт, и такие матчи намного отличаются, чем наш внутренний чемпионат. И важно здесь как можно больше набираться от этого опыта. И нам это как молодым игрокам, как мне, как и всем остальным молодым, это очень важно. Стадио Далуш, Альянс Арена, Камп Ноу, болельческая эта атмосфера, которая мешает наверняка футболистам соперник. Ну, это очень-очень здорово, когда есть уже болельщики из-за ковида. Мы так чуть-чуть упустили это, я тоже начинал играть и, да, и без болельщиков. И я скажу, это сложно психологически, потому что не похоже на игру, которую все привыкли, смотреть. Поэтому, когда есть болельщики, это очень-очень важно, и это только плюс. Нам шутливо называют суеверной командой. Может быть, стоит провести какой-то обряд, потому что нам существенно катастрофически не везет в каждом матче, по сути. Ну, да нет, я думаю, это просто какие-то случаи. Надеюсь, что в будущем это даст изменить. Рома Ярымчук забил. Динамовец коренной, который играет, дружит с вами. Ну, на поле нет друзей. Здесь выходит каждый за свой клуб. И есть только свои партнеры по команде. Поэтому выходили, у меня было друзей на поле. То есть вы друг против друга жестко играли сегодня? Ну, в меру, конечно. В пределах правил. И я не делал каких-то поблажек. Спасибо большое.